Меня взяли в национальную сборную. Мы верим в каждого боксера. И всей командой будем биться только за высшие награды. Сейчас так хорошо. Я просто хочу, чтобы ты был рядом. Серик с 2004 года стабильно показывает результаты. Как вы оцениваете свои шансы? Шансы есть. Я сделаю все, чтобы использовать свой. Двигайся, двигайся! Острые ножки, острые ножки! Папа, останови, я здесь выйду. Что, прям здесь? Вышли, чтобы еще рассказать мне, как я проиграл? Серик, тренировка не закончена. С федерации звонили. Скорее всего, пересмотрят твою позицию первого номера и как капитана команды. Серик, мы все видели бой. Ежу понятно, что засудили. Чем мне твой бокс? Я хочу, чтобы ты боксировал лучше. Ведь мы тренировались, пахали ради этого. Балам, не бывает побед без поражений. Главное, внутри не сдаваться. Ол еңбек көрсетеді. Он пашет. Не дерись, боксируй! Тренируется. Он пример для молодежи. Мало кто так может. Теперь главное использовать это на ринге. Держи контроль! Не зарывайся! Сынок, работа, 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 ну! Ничего не имеет смысла, если нет ради кого побеждать. Помнишь, зачем ты здесь? Просто возьми свое. На ринге. Привыкнешь еще.